Таджикские власти в 2016 году привлекли к уголовной ответственности около 20 имам-хатыбов мечети по всей стране. Как сообщили представители власти, большинство из арестованных обвиняются в членстве исламского движения «Братья-мусульмане». Напомним, что волна арестов правительственных имам-хатыбов началась в начале текущего года. Следствие по данным делам и судебные процессы проходили за закрытыми дверями, и каких-либо дополнительных подробностей о деятельности имам-хатыбов не сообщалось. Адвокаты и правозащитники сообщают, что обвинение, предъявленное имам-хатыбом касательно изменения конституционного строя страны, не нашло своего подтверждения ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного рассмотрения.